Я готов. Готов. Лёста! Еще один кристалл.
Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Со мной, Атрей. Сейчас вернусь. Сын, сюда. Слушаюсь. Так, запишу это в дневник.
сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Прочесть можешь? Слушаюсь. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын. Ладно. Этот язык я уже видел. Зачем прятать библиотеку? Ты стал лучше. На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Снова эта странная смола. Наверное, мы по другую сторону.
высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажег тут факелы? Мертвым свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили. Заставить крюк работать. Сын. Сюда. Эта штука не поедет. У того факела механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Крепко заперто. Прочесть можешь? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай и мы допишем. Нет. Механизм похож на гномий, но камень явно клали йотуны. Наверное, великаны не просто добывали тут руду, они жили здесь.
Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Место! Ого, какое тут все огромное! Ясное дело, это же гора. Сначала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал. Улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловушек. Ну, к делу. И куда же мы теперь пойдем? Адле сынка. Еще? Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Ну, приведем вас в порядок.
Может, в другой раз. Тут туннель, но тебе не пролезть. Есть. Ладно. Это последний. Да, смогу. Thank you.
вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Вот. Вперед! Здесь есть на что посмотреть. Только не вздумай брать ненужный хлам. Ладно. Thank you.
Заблудились? Нет. Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Что мы тут делаем? Ты почти достал. Тяжело будет. Да ладно. Будет крутиться. Мы поднимемся наверх.
Назад к колесу. Куда же мы теперь пойдем? Отлично! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его, привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий.
Что это? Назад! Туннели в обход великанних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Да ладно! Лучше помолчи. Там увидимся. Еще один подъемник. Глядишь, до вершины доберемся быстро. Я что-то вижу наверху. Тяжелый. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро.
А мирового змея? А наш дом? Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Соберись! Yeah!
надо спешить. Они вернутся в любой момент. Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине. Нас теперь ничто не... Спокойно, мальчик! Держись за мной! Это битва. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик... В горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри.
Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь! Ты живой? Thank you.
знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А. Спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще что, мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона.